Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня, как и обещала, я расскажу о своей паровой швабре, которую мне дали на обзор из фирмы Китфорд. Вот такая она, классная паровая швабра. Вверх ногами. Короче, я ее вам так покажу сразу. Теперь у меня есть пылесос. И еще есть паровая швабра. Паровая швабра вообще просто супер многофункциональная. Сейчас я вам расскажу, что в ней есть. И если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, вот такая вот у нас ручка. Паровая швабра. Сюда заливается водичка. Здесь у нас есть мощность. Очень-очень много вариантов мощности. И надеваются насадки. Значит, первое. Мы можем использовать вот так ее, как коротенькая, да? То есть это для отпаривания, например, вещей. То есть почему многофункциональная? Ей можно делать все. Отпаривать вещи, мыть полы, отпаривать какие-то застаревшие пятна, допустим, вот в микроволновке мы отпаривали пятна, которые были, просто вот так паром поводили и тряпочкой стерли, вообще просто идеально. И над печкой там вот где в углах, прям вообще супер. Кафель можно, например, отмывать. В общем, застаревшие пятна вот такое вот, все можно отпаривать. А одежду я говорила уже, да? Эти... Диваны, кровати. Короче, фишка в том, что здесь идет очень большая подача пара, которая убивает, короче, микробы вообще. И то есть суть в том, почему я себе заказала именно ее, потому что у меня маленький малыш, и я хочу, чтобы у меня все было продезинфицировано вокруг. И, в общем, я теперь, после того, как выпылесосила своим суперкомпактным пылесосом от Китфорд, я беру паровую швабру, и мою полики. После этого, кстати, даже полики такие тепленькие. В общем, классно. И я знаю, что все продезинфицировано, и можно моего маленького пускать, допустим, гулять по полу. Но он еще маленький, он, конечно, по полу не гуляет, но мне самое приятно ходить. Ну, в общем, дальше. Здесь идет вот такая вот ручка. Это для того, чтобы мыть полы, да? Она вот сюда вот у нас присобачивается. Я вам покажу, на видео все будет. Вы увидите, как я там мою полы. Вот. Идет вот такая вот штука. Отсюда идет пар у нас. Вот на эту штуку идут разные такие насадочки. Не насадочки, а чехольчики. Первый чехольчик это вот такой вот у нас идет. Он идет для ковров. Здесь такая гладкая поверхность. Идет туда еще, короче, в общем, несколько насадок. Я не буду, наверное, их рассказывать, показывать, какие насадки. Но, короче, здесь насадка. Здесь идет как для пола, так и для ковра. Кстати, ковер тоже чистила. Потом идет с микрофиброй ворсистой, такое тоже идет, это для пола. Вот такая вот штучка, насадка, это идет для одежды. Вот так вот одевается, все, короче, тут такие насадки. А вот такая вот штучка, вот такая насадка, тоже она одевается. Вот сюда одевается, она идет для того, чтобы как раз-таки вот углы и вот всякие такие моменты, ну вот подача пара такая идет большая, как раз микроволновку мы с ней делали. Вот. В общем, много разных насадок. Здесь идет вот такая насадка для уголков, вот такая. Вот такая насадка. Мы, кстати, окно тоже мыли. Короче, мы все вообще продезинфицировали, всю квартиру, все помыли, все попробовали, все работает. В общем, главное преимущество этой штуки, что за счет горячего пара мы убиваем микробы. А это очень важно, особенно для места, где живут дети. Маленькие, да, и все нужно, чтобы было продезинфицировано, все было чистенько. Это первый момент. Второй момент, конечно же, что эта штука вся многофункциональная, просто, что мы можем ей просто все делать, да, мыть окна, мыть посуду, мыть кафель, мыть полы, мыть что еще, ковры, в общем, все это чистить, дезинфицировать, да, это я уже сказала. И еще важный момент, что все это мы можем убирать без усилий. Вот, например, что касается микроволновки и каких-то застаревших пятен, мы просто паром поводили, оно все настолько хорошо отпарило, что мы без всяких усилий просто сухой тряпочкой можем все это вытереть. Вот я считаю, что это самое главное преимущество вот такой вот паровой швабры. Я вообще ее брала как швабру, но когда мне ее прислали, оказалось, что она супер многофункциональная. Вообще она мне одна заменит вообще все. И утюг мой паровой, там, и чистящие средства для каких-то вещей, да. Ну и дезинфектор, да, если я дезинфицирую все.
Ну вот и все, и тоже она компактная, она тоже небольшая, видите, совсем. Водичка, кстати, сюда заливается, я рекомендую вам ее потом выливать. Ну, в общем, в инструкции все написано, все подробно расписано, рассказано. Короче, я очень довольна. В общем, если вам понравилась такая штука, вы тоже можете пройти по ссылочкам внизу, почитать о нем больше. Вот эта компания Kitford, они производят сами вот эту вот технику. И я довольна качеством и довольна вот тем, что они делают. Еще у них очень классная цена, я уже об этом говорила. Поэтому обязательно, кому интересно или кто думал о том, чтобы что-то купить такое, приобрести себе в дом, пройдите по ссылочкам, посмотрите, почитайте, там намного больше информации. Я чисто рассказала свое мнение и свое видение, в общем, плюсы и минусы. Итак, кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Мы с вами увидимся в следующем видео. Может, еще что-нибудь новенькое покажу вам. Все, что у меня есть, все самое лучшее, все, чем я довольна, я обязательно вам покажу и поделюсь, чем я пользуюсь. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!